Будучи сыном электромонтажника, Габдуллахат Хикматуллин пошел по стопам отца и всю жизнь проработал на электроподстанции. Стал ударником труда, а уйдя на заслуженный отдых, увлекся танцами вместе со своей женой на зимой. Вот так 13 лет танцуем. Он, правда, вальс не умел кружиться, это моя заслуга. И мы ходили в ГЦДТ на платные курсы. Изучали не только бальные танцы, но и латиноамериканские танцы, ча-ча-ча, квикстеп, самбо, все мы танцуем. Если вы были хоть на одном городском празднике, то обязательно видели танцующую пару в белоснежных костюмах. Это были Габдуллахат Хикматуллин и Назима Закирова. Танцы в белом – их особенность. И все собравшиеся зрители всегда с восхищением смотрят на кружащуюся в танце пару. Они выступают не только на городских мероприятиях, но и в школах и в детских садах. Мы этим пропагандируем нашу национальную культуру, наши национальные танцы, нашу национальную одежду. И этим хотим быть примером для всех. И для жителей, и для жителей республики, для старшего и младшего поколения. Габдуллахат Хикматуллин и Назима Закирова – счастливые бабушка и дедушка. У них 4 детей, 7 внуков и 13 правнуков. Что касается юбиляра, он не пьет и не курит. Секрет долгой жизни в труде, в любви и в движении, а именно в танце, уверен 90-летний джигит. Константин Величко, Рима Ахметова, Сергей Вильданов. Новости. 25 лет в эфире. С вами и для вас.